Безопасностью детей в интернете взрослые займутся всерьез. В Ивановской области началась реализация проекта, посвященного этой актуальной проблеме. Первой ласточкой стал большой семинар, на который пригласили специалистов, педагогов и, конечно, родителей. Сначала надо понять, какие самые важные проблемы, потому что, я думаю, их много. Это и мошенничество в интернете, это и проблемы каких-то там, может быть, законного общения, там, взросления малолетних, это тоже есть, это актуально. То есть это так известная там группа «Синий кит», по-моему, называются они, это по поводу там склонения к суициду. Все актуально, то есть надо обсуждать. По данным статистики, более 80% детей пользуются интернетом, причем уже начиная с 4-летнего возраста. Это значит, что проблема безопасности в сети не потеряет своей актуальности в ближайшее время. Причем, если раньше взрослых больше волновала в основном компьютерная зависимость, то теперь акценты сместились. То сейчас это не интернет-зависимость, а интернет-преступления, мошенничество, кибербуллинг, ну и так далее. Вот все противоправные действия, которые совершаются в отношении несовершеннолетних, взрослым населением и со стороны, в том числе, и несовершеннолетних. Всем вместе сообща предстоит решить, что нужно сделать, чтобы несовершеннолетние чувствовали себя в сети безопасно. По итогам обсуждений планируется проводить встречи и мастер-классы, чтобы и дети, и взрослые знали, как поступать в непростых ситуациях. Ведь иногда, чтобы оградить подрастающее поколение от нежелательной информации, достаточно установить программу родительского контроля и сделать настройку безопасности. Опасного поиска. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.